Дорогие друзья из Гагаузии, я особенно рад возможности обратиться к вам в преддверии столь важных праздников. На первом плане речь идет, конечно, о Нового года и о Рождестве Христова. Я вас сердечно хочу желать всего самого теплого, дружбы, уютнее в семье, но так и во время этих праздников. Но есть и другая причина. Я хочу вас приветствовать по случаю 21-й годовщины со дня принятого закона об особом правом статусе Гагаузии. Создание гагаузской автономии исключительно мирным путем, посредством прямых переговоров, без внешнего влияния, является до сих пор примером для всей Европы в решении спорных межэтнических вопросов. Тогда стороны смогли преодолеть себя и сделать шаги навстречу друг другу. Я очень рад, что в конце концов было принято решение о создании совместной рабочей группы парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии, где Кишинев и Комрад попытаются решить задачи развития законодательства для обеспечения гагаузской автономии. А главное, в рамках достигнутого 21 год тому назад соглашения необходимо совместными усилиями привести молдавское законодательство в соответствии с законом об особом правом статусе Гагаузии. Немаловажно, практические шаги, способствующие реальной и максимальной интеграции автономии в политические, экономические, социальные процессы всей Республики Молдовы и включение ваших представителей в управление страной. Как раз этому и будет содействовать Европейский Союз. Я уверен, что впредь мы будем проявлять активность в вашем регионе, в гагаузской автономии, развивать разные программы помощи, пристально следить за соблюдением прав человека. Девиз Европейского Союза является «Единство в разнообразии». И вы можете находить опору как раз в этом девизе и тоже у вас. Цель Европейского Союза именно как раз создать предпосылки для объединения общества, стремиться к построению доверия и межнационального согласия. Дорогие друзья, желаю вам благополучия, процветания и мира вашим семьям. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!